Так, уважаемые магистранты, продолжаем нашу лекцию. Это третья и последняя часть. Речь идет опять об искусственном интеллекте. Значит, презентация называется «От интеллекта естественного к искусственному». Мы такое большое внимание уделяем этому вопросу, чтобы было полное понимание, что такое искусственный интеллект. Человек благоразумный подстраивает себя под окружающий мир, тогда как безрассудный человек упорно подстрекает этот мир, подстраивает этот мир под самого себя. Так что есть прогресс опирается на людей безрассудных. Вопросы, которые возникают. Первое. Искусственный интеллект. Характеристика понятия и этапа развития. Второе. Основное направление исследования в области искусственного интеллекта. Состояние тенденции. Экспертные системы, структуры и виды. Вот те вопросы, которые сейчас будут рассмотрены на этой лекции. Искусственный интеллект. Термин введен в 1956 году. Джоном Маккарти на Дартмутской конференции. Мы уже слышали. Пятидесятый год. Алан Тьюринг. Тоже компьютерный и машинный интеллект. Это историческая первая дата возникновения исследований по искусственному интеллекту. Хотя сам Тьюринг в работе сейчас не используется. Искусственный интеллект имеет два значения. Теория создания аппаратных и программных средств, способных осуществлять интеллектуальную деятельность. Второе. Аппаратные и программные средства способны осуществить интеллектуальную деятельность, а также выполняемую деятельность. То есть, подсловно искусственный интеллект подразумевается два понятия. Это теория создания аппаратных программных средств, способных осуществлять интеллектуальную деятельность. И второе, аппаратные программные средства, способные осуществлять интеллектуальную деятельность, а также выполнять деятельность. Трудности. Не существует однозначного определения понимания интеллекта естественного. Искусственный интеллект – набор программных и аппаратных средств, использование которого должно было привести к тем же результатам, которым при решении данного класса задач производит интеллектуальная деятельность человека. Когнитивная наука, теория и практика. Это философия, психология, искусственный интеллект, нейронаука, антропология, лингвистика. От интеллекта естественного к искусственному. Но мы видим изображение первобытного человека. И в конце концов, вот он сидит за компьютером. То есть его движение вперед означает движение компьютера. Тезис Лавлейс. Машина никогда не сможет сделать то, что не может сделать человек. Интересный парадокс. Машина никогда не сможет сделать то, что все, чего не может сделать человек. Действительно, человек умеет делать гораздо больше, чем знает, как делать. Парадокс китайской комнаты. Аксиома. Компьютерные программы – это формальные объекты. Аксиома вторая. Человеческий разум обладает смысловым содержанием. Семантика. Аксиома третья. Синтаксис сам по себе не является сущностью семантики. Его недостаточно для семантики. Заключение. Программа не является
сущностью разума, и их наличие недостаточно для существования разума. Китайская комната, светящаяся комната, аксиома первая. Электричество и магнетизм – это физические силы. Аксиома вторая. Существование свойств света – это свечение. Аксиома третья. Силы сами по себе не являются сущностью эффекта свечения и недостаточны для его наличия. Заключение. Электричество и магнетизм не являются сущностью света и недостаточны для его наличия. Тут сопоставляются два рода размышления. Называется парадокс китайской комнаты. Джон Сирль, Беркли, 1984 год. Парадокс китайской комнаты. Заключается в том, что иллюзия понимания снаружи при полном непонимании внутри. Когнитивная наука и рукотворный мир. Психопатология обыденных вещей. Предметы из каталога невозможных объектов. Невозможные объекты. Тайны природы. Существует гигантская база знаний, мощная экспертная система, содержащая тысячи правил решения задач. Пределы шахматных возможностей компьютера, топографии Карпова не ограничены. История. Романтический период искусственного интеллекта. Связан с научными исследованиями практических задач. 50-е годы. Саймон Ньюман Шоу. Логик-теоретик. Общий решатель проблем. GPS. Алан Ньюэлл Герберт Саймон. Решение задач человеком. Представители компьютерного пессимизма. Дрейфус. Сегодня могут посидеть на машины. Дрейфус. В 86-м году было сказано. Обработка естественного языка. Система машинного перевода. Проверка качества перевода. Обратный перевод. Вот слева направо идет перевод. И его обратный перевод. 60-е годы. Метод резолюции Робинсона. Цель исследования – разработка программ, способных решать человеческие задачи. Познание есть тип вычисления. Слипша. Теоретическая концепция искусственного интеллекта как машинного эквивалента человеческого мышления, вычисления и познания. Нейроподобные сети. Мозг человека преимущество перед компьютером. Здесь в 11 степени нейронов содержится. Здесь 14, 15 степени связи между нейронами. Частота импульсации 10 Гц. Современный персональный компьютер до 10-9 степени Гц. Медлительность и надежность отдельных нейронов компенсируются их количеством. Параллельная переработка информации. Компьютер преимущественно последовательный.
переход количества в качество, богатство поведения. Нельзя сказать, что мозг исходно готов к использованию. Велика роль обучения. Нейронные сети, рождение идей. Уоррен Макколлах, Уолтер Питц. Нейросетевой подход основывается основные положения. Процесс познания – результат взаимодействия большого числа простых перерабатывающих элементов, связанных друг с другом и организованные в слои модули. Переработка информации – определенный ответ, ответ элемента на воздействие извне. Знания, управляющие процессом переработки, хранения, формы весовых коэффициентов связи между элементами сети. Главное не элементов, а связи между ними. Обучение – это процесс изменения весовых коэффициентов связи между элементами сети, приспособление их к решению определенных задач. Начало 80-х годов Джон Маккарти, идея неманитонной логики с учетом изменения ситуации. 60-й год. Марвин Мински, Сеймур Пайпер. Перцептронный приговор нейронным сетям. Критика перцептронов. Математическое обоснование их неэффективности в решении задачи распознавания образов. В ходе поэлементного анализа связанного и не связанного изображения теряется информация о связанности, которую невозможно задать линию. Мильсон Шенк, фреймовая система. Фрейм – это целостная структура, содержащая информацию об основе свойств понятия. Концепция компьютерного зрения. Дэвид Марр. Зрительное восприятие, вычислительное исследование. Вычислительное исследование изображения и обработка зрительной информации у человека. Конструирование зрительной информации, представление различных функций. Положительная система уравнений, описываемая зрительным восприятием. Уравнения могут быть ранжированы, использованы при конструировании зрительных процессов компьютера. Этапы развития системы искусственного интеллекта. Первый этап игры – математические головоломки, 56-й, конец 60-х годов. Второй этап – создание интегральных роботов, конец 60-х. Середины и 70-х годов. Третий этап. Сложный план поведения общения на естественном языке. Создание человеко-машинных систем. Конец 70-х. Искусственный интеллект. Решение задач. Экспертная система. Система поддержки принятия решений инженерии знаний. Система распознавания образов, движений и так далее. Система обработки текста и машинного перевода. Игровые программы, шахматы. Гарри Каспаров, Дэвид Блой. Обучение, обучающие системы, робототехника и автономные агенты. Проблемы взаимодействия с пользователем на естественном языке. Справочная система, поисковые системы, компьютерные игры, компьютерные психометрики. Экспертные системы нейронные сети. Рынок системы искусственного интеллекта. Языковая система 12, нейронные сети 26, экспертные системы 62%. Их используется и считается с технологией традиционного программирования. Преимущество – динамические модификации приложений пользователя. Машинный интеллект и робототехника.
Роботы первого поколения – это промышленные роботы. Роботы второго поколения – система глаз-рука. Роботы третьего поколения с искусственным интеллектом на стадии разработки. Автономные агенты. Генри Либерман, лаборатория МИД. Автоматическая генерирование технической документации. САП разработал новую технологию интеллектуальных программных агентов, в защиту которых входит определение, задача которых входит определение проблем в системах управления производственными цепочками. Генетическое программирование. Кинетик программинг. Использование метафоры генной инженерии для описания различных алгоритмов. Лидер Стэнфордский университет. Успех системы искусственного интеллекта. Специализация. Языки традиционного программирования. Интегрированность. Открытость и переносимость. Архитектура клиент-сервер. Направление исследований в области искусственного интеллекта. Основа деления. Две точки зрения на вопрос о том, как строить искусственный интеллект. Первая точка – важный результат. Второе – необходимо изучение механизмов человеческого мышления. Искусственный интеллект – это моделирование результатов интеллектуальной деятельности. Машинный интеллект – моделирование биологических систем. Искусственный интеллект – моделирование механизмов. Нейроподобной системы, моделирование информационных процессов, эвристическое программирование, комплексный подход, эвристическое моделирование. Вот и что собой представляет искусственный интеллект. Экспертная система относится к системе искусственного интеллекта общего назначения. Система, которая не только исполняет заданные процедуры, но и на основе метапроцедур поиска генерирует и использует процедуры решения новых задач. Задачи. Исследование и разработка программ, использующих знания и процедуры вывода для решения задач, являющихся трудными для людей. Экспертов. Структура экспертной системы. Эксперт-пользователь. Диалог. Объяснение. Рабочая память. Приобретение знаний. Решатель. База знаний. Сущность экспертной системы. В базе знаний записан перечень возможных проблемных ситуаций, в соответствии с каждой из которых поставлен какой-либо ответ, совет или непосредственное действие. Программная облачная система, получив информацию о проблемной ситуации, определяет ее соответствие одному или нескольким клише. Записанной в базе знаний или конструирует неизвестную ситуацию, если подводишь шаблона нет. Информация выведывается у пользователя путем задания ряда вопросов. Содержание последующих вопросов зависит от ответов на предыдущие. Объяснение в экспертной системе. Цель – обосновать аргументированность ответ в максимально естественной форме. Что объяснять? Как получено решение? Как используется некоторая информация? Почему не используется некоторая информация? Что использовано в целом при решении задач? Факты и правила. Знания в экспертной системе. Знания предметной области. Общие знания. Знание, как решать задачу. Знание о том, как взаимодействовать с пользователем.
степень уверенности, достоверности факта или точности правила или коэффициент уверенности. Представление знаний в экспертной системе. Если условия, то действия. Если пациент был по профессии изолировщиком до 1988 года, то пациент непосредственно работает с асбестом. Если пациент непосредственно работал с асбестом, при этом находился в закрытом помещении, то пациент получил большой доступ асбеста в пыли. Разработка ИС. Должен быть эксперт, программист-специалист по разрабатыванию инструментальных средств, инженер по знаниям, пользователь. Научные познания, технические познания, инженерное мышление, обыденное познание, предмет, природа и его свойства связи, формы знания, гипотеза, теория, закон, научный факт, методы, теоретические исследования, наблюдательный эксперимент, целевое назначение, познание окружающего мира. Техническое познание – это предмет является артефакты. Форма знания – гипотеза, теория, эмпирические факты. Эмпирические факты. Теоретические, методы теоретического исследования, наблюдения, испытания. Познание свойств и связи артефактов. Инженерное мышление, процесс создания артефактов, форма знания, правила конструирования управления, методы конструирования, системный анализ, расчет, целевое назначение, создание эффективных средств деятельности, обыденное познание, окружающий мир, быт, здравый смысл, личный опыт, обыденное наблюдение, освоение опыта, достижение бытового благополучия. Схема работы экспертной системы. Значит, у вас перед глазами находится сфера. Входные данные, транспортная сеть, макроэкономика, население, справочники, электронная карта региона. Здесь мы имеем модули ГИС, панорама, СВД, суббаза, привлеченные лицензионные продукты. Значит, экспертная система – это определение будущего, стратегические параметры, минимальный транспортный стандарт, оценка существующего уровня развития, прогноз узких мест транспортной сети, которые препятствуют реализации развития. Так, построение нормативной сети – постоянные идеальные сети, построение идеальной сети, учет финансовых возможностей и другие ограничения, альтернативные инвест, традиционные программы развития, финансовый прогноз в исследовании, эффективность. Эффективность инвестиций и рассуждение ресурсной цели.
финансовые ограничения и так далее. Значит, мы с вами имеем схему работы, значит, экспертной системы. Что является результатом работы экспертной системы? Программы, карты, диаграммы, графики, содержательное основание. Экспертная система в исторических исследованиях. Гидромимикон храмов. Анализ происхождения гидронимов в Восточной Славии. Программное вещание Лотта. Восстановление истории семей Карвальо. Программа с песней «Проглок» обладает открытой структурой. Экспертная система исторических исследований. Смарт решение проблем древней средневековой истории. Атрибуция литературных исторических текстов. Фоклес нет. Так, представление знаний в экспертной системе. Если условие, то действие. Если пациент был по профессии изолировщиком до 1988 года, то пациент непосредственно работает с асбестом. Если пациент непосредственно работает с асбестом, при этом находится в закрытом помещении, то пациент получил большую дозу асбестовой пыли. Разработка экспертной системы. Эксперт должен быть программист, специалист по разработке инструментальных средств, инженер по знанию пользователя. Что такое научное познание? Природа, ее свойства, связи. Форма знания. Гипотеза, теория, закон, научный мир. Методы, теоретические исследования, наблюдения, эксперименты. Целевое назначение познания окружающего мира. Техническое познание. Так, пользуется артефактами. Использует форму знания. Значит, правила конструирования управления. Методы, которые используются. Конструированный системный расчет. Создание эффективных методов деятельности. Так, схема работы электронной системы. Значит, экспертная система в исторических исследованиях. Гидромимикон храмов. Анализ происхождения гидромимов в Восточной Славии. Программа Фини Лотта. Восстановление истории семей. Карвальо. Программа с песней «Пророк». Обладает открытой структурой. Мунькор Бородкин.
решение задач аграрной типологии Европы, России конца 19-20 веков. Есть в исторических исследованиях СНАРК решение проблем древней средневековой истории, атрибуции литературных исторических текстах.